Здравствуйте, друзья. Вот я вам покажу. Весной, когда сажал. Prime Arc Freedom. Весной сажал. Корни. Очень трудно было во время пандемии. Дабаку. Вы помните, я рассказывал, не знаю, 20 дней на дороге шел. Смотрите, вот. Корни я порезал. Сделал тут место для этого. Слава Богу. Всего 3 корней было. Даже ягоды есть на этом. Видите? А сейчас получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Еще тут 2. Видите? Может, еще выйдут с земли. Потому что тут корней много было. Затеняющая сетка была такая. Сейчас убрали уже. Солнце не так сильно. И вот. Небеса подождут. Небеса подождут. Вот. Тут всего лишь один корень у меня выжил. Может, еще выйдут, не знаю. Но тут я эти корни резал на куски 20-15 сантиметров. Всего лишь один. Но когда отправляли, уже поздно было. Для нас, для Баку, поздно было. Температура высокая была. А то бы результат гораздо лучше был бы. На сегодняшний день и то хлеб, как говорится. Сами дальше будем разводить. Надо закрыть мне. Скоро закрою теплицу полностью, заново. Этот маленький, большой останется у нас там. Закрою тут. Основной будем выращивать саженцы. Но Prime Arc Freedom, который я очень долго ждал. Хорошо, что хотя бы тут получилось нормально. Вот так, друзья. Ну, я вам показал, тут ягода одна есть. Надеюсь, на следующий год уже лучше будет. Кстати, может, и тут тоже будет, потому что вижу, что вот цветок будет. Ну, если что, я покажу. Может, и закрою. К зиме что-то будет, ближе к зиме. Вот так, друзья. Prime Arc Freedom.